Доски на теплицу легенда. Что нам нужен? Нам нужен трос металлический в резиновой оплетке. Нужен ТОРЭП. Нужен карабин. Два зажима для троса. И у нас уже прикручены ушки. Так, где они? О, вот такие вот ушки, к которым это все цепляется. Все вымерено, прикручено. Согласно расположению будущих грядок. Делаем петельку, зажимаем зажим. Тут же у нас карабин. И защелкиваем это все. Это одна сторона троса. Ага. Трос отрезаем в размер. Все, заготовка висит. А что, может, прикрутим этот длинный? Да. Сразу. ТОРЭП там есть? Одеваем фиксатор на трос, продеваем в ТОРЭП в колечко, натягиваем вручную сколько можем и зажим, затягиваем. Все, дальше свое дело делает ТОРЭП, им натягиваем трос. Крепится это все по два самореза на одно ушко для прочности. Все, ТОРЭП затянул, еще осталось место для дальнейшего подтягивания троса. Так как он проходит у нас без усилителей, мы сейчас сюда прикрутим ушко через одну арку, чтобы она поддерживала трос, иначе он будет вот провисать. Все, прикрутили вот такое ушко, чтобы трос не провисал. Теплица 4-метровая, ушко одно. На 6-метровом было бы два ушка. Те троса, которые идут поверху по усилителю, никаких ушек прикручивать не надо. Они держатся на усилителе. Здесь у нас грядка будет не от края до края, а всего лишь 2-метровая, поэтому приняли совместное решение крутить не от торца трос, а от арки и до последней тоже арки. Все, у нас прикручивается последний трос. В принципе, что на легенде, что на любой другой теплице, тросы всегда цепляются за силовую часть каркаса, то есть это либо торцы, либо усилитель арки, и идут по всей длине теплицы. То есть его можно повыше, пониже, правее, левее. Не, ну выше-ниже это не получится. То есть его можно сместить вправо, либо влево. То есть смотря какая ширина грядки. Бывает, что по два троса. То есть один вот здесь, другой где-нибудь вот здесь проходит. Все это решается по месту. Но обязательно тросы, которые не на усилителе, их нужно подвязать через одну арку, а те, которые на усилителе, ну, они по всей теплице на усилителе лежат, они никуда не денутся.